И всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Блэкс, мы продолжаем играть в игру под названием Crysis 2, давайте продолжим. Уходящий поезд, Нью-Йорк, Брайант Парк, публичная библиотека, 24 августа 1019-31. Полковник Баркли, это Чарли 7, западный проход под угрозой, мы засели в библиотеке, пересечение 5 и 42 западный. У нас тут дюжину гражданских, нужно доставить их к станции, требуется огневое прикрытие. Прием, Чарли. Да блять, отдай мне пушку. Всем группам, это Чарли 7. Отступаем к библиотеке. Будем держать эту точку, пока не выведем всех гражданских. Черт, они везде! Вперед через улицу! Давай, давай! Так, тут повсюду война, разруха, короче. Так, 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 сюда, сюда, сюда. Внимание! Корабль! Берегись! Укрытие! Шарь по этой хрени как следует! Да че лагает-то? Че, больные что ли, дети? Вау! Сукин ты сын! Вот сейчас! 2 и 6, все ко мне! Ищем уцелевших! Остальные контролируют воздух! Все должно быть чисто! Тут какая-то ересь идет. Ладно, самолет мы не сможем разбомбить. Ну и чё, где этот самолет, саны? О, нет, 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 здание не надо. Вау. Нас атакуют! Посту! Кто-нибудь включите обвал на ракетные батареи! Команда, атакуй! Пролетел мой снаряд. Он как бы вылетел. Трубу. Ладно, вблизи не получится их убить. Да, тут перестрелки вовсю идут. Ну, вроде бы загасили, но там нас опять перестреливают. Тихо. Бабка. What the hell? Эвакуировать гражданских, включить ракетные батареи. Ух ты! Бля, эта херня заколебала. Пусть приблизится для начала. Сейчас.
Видели, как я эту херню разбил? Вот так же всех остальных ждет. Так, давайте присядем. Это не надо. Чё можно тут... А, ничего, да? Ничего, да? Ну ладно. Всех убьем. Держите? Вы молодцы тогда, держать. Так, там цефы где-то там упали, насрать. Но! О, хорош. Ну, молодец. А, это он спрыгнул. Так, ну я всех гашу пока. Это пока. Мы на марше навстречу Браву. Принято. Прочешите место. Поиск как выжил. Вернитесь как можно скорее. Времени ждем. Понял. Всем группам. Прорываемся в парк. Вперед! Живо! Вперед! Через парк! Бегом! Бегом! Вот! Отходим! Их корабли! Живо! Так. Там все горит! Люди гибнут пачками! У меня нет шансов спрятаться! Найдем кого-то! Выводите! Конкурс! Поторопись! Так, ну сейчас посмотрим. Пока никого живого нет. А, вот тут, наверное, проход. Внимание всем, это бар! Вау! Полная эвакуация начнется на терминале через 30 минут. Поезда ждать не будут. Последний рывок, господа! Так, сейчас мы... Эй, там! Нам нужно огневое прикрытие! Они приближаются! Огонь! Огонь! Так, ребят. Не, ребят, так не пойдет. Они слишком какие-то прицельные были. Их еще до хера, главное. Блин, если бы я только против СЭЛ воевал, а то тут еще разные придурки. Кстати, они не самые трудные, ладно, если сказать, на кого поснимаю. Так, может пока подзарядиться. Чуть возьмем. Гражданские ждут. Ну,
Так, там, походу, библиотека полностью упала. Ну да, смотрите, какой там дыр. Я поджарил его, пацаны. И его поджарил. Нет! Я спасу! Я всех, блядь, не спасу никого. Да ты бессмертный. А, нет, я грохнул, сори. Сори, извиняйте, пацаны. Так, 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 куда нам тут? Сюда, походу. Кстати, обойма исчезает. Но она летит, но потом исчезает. Это, конечно, вообще никак не влияет, но я любитель реалистичности. Хотя тут вообще реалистичность не пахнет, ну ладно. Потому что ты инопланетянин. Я вижу, кто это. Я должен его кильнуть. Я его кильнул. Никого в живых не оставим. То есть из вас. Сейчас перезарядимся. И погнали. Так хочется, что этот уже был. Всем все плохо. Тут скоро будет ад. Сюда! Быстрее! Ну погнали, что ты такой медленный? Конвой готов к выходу! Держите сектор, пока мы не выведем гражданство! Идем тихо, не светимся! Марш! Вперед, ребята! Двигаем! What fuck? Сейчас я тут пройду немножко, ребят. Я просто скиллованный парень. Меня этой херней не запугать. То, что у вас вот инопланетяне какие-то, мне насрать. Я вот так вот сделаю. И вот так вот. И все. Ребят, сори, извиняйте, он, кажется, к вам дойдет. А, не, не дошел. Еще дебил. О, сейчас мы ездить будем. Погнали, парни. Это правоглавник. Мы на подходе. Будем через 5 минут. Идем с запада.
группой Чарли на буксире. Прием, Браво. Выводите гражданских к восточным туннелям. Потом вместе с группой Эхо защищайте периметр. Вас понял. Конец связи. Так, ну мы куда-то поехали. Собственно говоря, хер знает куда. Ну а с вами был я, Блэкс. И на этом я говорю всем удачи, всем пока.